И снова всем привет! Это уже второе видео по переделке моего Макса. И сейчас мы будем ставить вот такие вот поворотники. Красивые. Ставить мы их будем вот сюда. Это будет в стиле Харли. Поэтому вот эти поворотники нам больше не понадобятся. Ну, самая легкая часть задачи выполнена. Оба поворотника установлены. У них еще такой красивый рассеиватель, ромбовидный. Я думаю, будет замечательно смотреться. Вот. И, в общем, сейчас будем делать проводку штатную под них. Значит, смотрите, чтобы сделать проводку под передние поворотники, вот под эти, недостаточно их просто открутить. Надо будет снимать целиком всю фару вместе с поворотниками. Объясню почему. Потому что все их контакты уходят сюда, целиком с проводами. Но я вас предостерегу, прежде чем начинать любую работу с электрикой, всегда обесточьте мотоцикл, отключите аккумулятор. Вот видите, я его даже дома оставил, чтобы ничего не замкнуло, на всякий случай. Так вот, после того, как вы проделаете все вышеописанное, можно уже отключать фару. Вот она фара. Видите, от нее идет целый провод. Вот он идет. И здесь как раз таки провода от поворотников уходят прямо сюда, в эти фишки. Представляете, какие длинные. То есть, если у вас горит стандартный поворотник, хрен вы его поменяете. Поэтому рекомендуется делать такую процедуру, как вот сейчас буду делать я. Сделать просто нормальные стандартные электроцепи для поворотников и больше никогда не мучиться с их заменой. Бедный Йорик. Я знала угораться. Ну что, готовы? Вот она, фара в разборе. Смотрите. И вот они, проводки, которые нас интересуют. Очень занимательная электрика. Знаете, для того, чтобы достать два поворотника. Но это надо сделать. Ну и что, значит, мы имеем в сухом остатке? Это вот такую вот фару целиковую. Пару обрезанных поворотников и пару вот таких вот проводов, которые нам как раз и нужны. Сейчас будем все это дело приводить в красивый вид. Провода готовы. Я одел их в защитные кофры, смотрите, и сделал им вот такие вот разъемчики. Это двойные клеммы на мотоциклетные буллеты. Ну, многие из вас наверняка догадались, что двойные они потому, что я хотел себе оставить простор для творчества, и, возможно, я подключу еще какие-нибудь поворотники, либо на боковину мотоцикла, либо еще куда-нибудь и так далее. Ну, в общем, это мой такой ответ на вопрос моего подписчика Сергея П. из Ростова о том, как надо делать проводку передних поворотников. Ну и вот заветный момент. Я уже накинул фару. Как видите, старых поворотников нет, а новые уже установлены. Сейчас будем проводить тест. Мотоцикл включен. Отлично. Пока никаких посторонних признаков нету. Ну что, включаем поворотники. И здесь работает правый. Отлично. Кстати, обратите внимание, фара-то не горит. Сейчас мы сделаем вот так. Оп. И фара загорелась. Смотрите, как круто. Оп. И фара не горит. Так, тестируем другой поворотник. Ага, супер. Вот такие вот дела, ребята. На этом моменте это видео подходит к концу. Ну, естественно, вы знаете, что делать. Ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не сделали этого. Ну и оцените. Ребята, я столько стараний сделал уже. Короче, все самое интересное увидите в следующем видео. Пока!